то, что действительно, если зрячий слепой не будет говорить, что здесь ямка, а вот здесь поворот, то слепой разобьется. Журналист как раз и говорит, вот здесь ямка, здесь это он всему обществу, в том числе власти. Тут я согласен. Но вы согласны, что наполовину свобода слова? Наполовину. И вот при советской власти...